Андрей Ширкин много лет профессионально играл в баскетбол. Сейчас представляет Самарскую область в турнирах 3 на 3. Рассказывает, раньше баскетбольная площадка в парке Гагарина была в плачевном состоянии. Приходилось самому ремонтировать покрытие и закреплять кольца. Андрей радуется, теперь ничего не будет отвлекать от игры в баскетбол. Покрытие очень вообще универсальное, это резиновая крошка, очень качественная. В отличие от того, что здесь было сделано раньше, как бы сейчас отличное качество, то есть безопасно, приятно, комфортно. Новую площадку с удовольствием осваивают ребята, живущие неподалеку. Они уже приступили к тренировкам. Радуются, покрытие из универсальной резиновой крошки снижает риск получения травм. Стойки для колец сделаны на расстоянии от заборов, чтобы после прыжка у баскетболистов было место для приземления. В вечернее время для комфортной и безопасной игры будет включаться освещение. И знаете, душа радуется, когда мы вытаскиваем наших детей из каких-то вот проблемных мест, вот на такие площадки. Вот это, вот, пожалуй, это самое главное. В Самаре к 1 сентября появятся еще две спортивные площадки. Их построят в парках Воронежские озера и Дружба на средства нацпроекта «Демография». Самарская федерация баскетбола при поддержке правительства Самарской области. Такую замечательную площадку сегодня открываем, на которой и ребята, и не только дети, но и взрослые спортсмены смогут каждый день приходить, тренироваться. 30 августа на площади Куйбышева пройдет баскетбольный турнир 3 на 3 «Самара Опен». Гости смогут не только поболеть за любимые команды, но и принять участие в соревнованиях для болельщиков, встретиться со звездами баскетбола и кино, а в завершении дня увидеть большой концерт с участием известных музыкальных исполнителей. Никита Борисов, Василий Колдашов. События.